Бесстрашный папик. Как так можно в лесу сидеть? Себе сквозняк. Ну, сегодня сквознячок. А тут нет, можно ходить? А? Мама? Попробуй. Я не хотела бы там спать, мама. Тимош, это же не комната, это потом все уберется. Почему? Потому что это сейчас только для ремонта папа делает. Все, беги отсюда. На, идите гуляйте. Я не хочу гулять. Тогда иди в машину сидеть. Я так скажу.
Смена позиции. Ходи сюда, не ходи, ходи туда. Эдуард, оставь. Папа, я нашел один гвоздь на полу. Да? Угу. Сейчас еще один бы тебе на голову упал, вот стоял вот. Бы там. Говорят, не стойте здесь, видишь, гвозди как падают. Ага, кому-то метеорит. Метеорит, а ты еще стоишь так смотришь. Класс тебе попадет и покажется Мама, метеоритом. Мама, я пойду папе там. На, иди просто отсюда, вы все, убегай. Убегай. Когда закончу крутить, можешь отдать. Все, можешь нести. Мне уже самое страшное там стоять. Чего? Ага. Прикинь, пилить будем. А как его тесать вообще? Кто тебе нас не работает? Дай куда-то. Ага, оставь, 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 он подключит. А, не, еще не подключит. Оставь это все. Лезешь. Да, подточил с конца. Но это точно уже не для тебя. Не дорастают руки. Да, не дорастают. Давай его.
Нет, мы его будем топить. Для нашего. Огонька, мы его оставим. Помочь? Ага. Чем? Постой рядом. Не, ладно. Я давно не стояла. Как всегда. Ну только не... Ну только посмотри, какие у меня мама. Посмотри, какие у меня мускулы. Мускулы у тебя. Да ты чё? Ну-ка давай. Поднял ты её так легко. А как ты будешь пилить легко? Сам не знаю. Папа, я хочу сказать. Чё ты хочешь сказать? Все, ты больше ничего не будешь резать? А? Надо отключать, а то это сейчас додумается нажать. А, ложь! А, ложь! Я просто была снимать бутылку. Кто-то себя возомнил на море. Помнишь, как там так лежало, да? Ну еще бы. Там можно было полежать, там уже были такие лежанки. Кому ж на море не понравится? Коза. Да? Красота. Теперь можем и верхний этаж скреплять. Настил такой. Ну, настил прям. Сниму, как это сверху выглядит. Пролезешь. О, я еще балки заплечу сейчас. Ну-ка. Папа. Папалина. Ой-ой-ой. Гимнастом быть. Вот такой настил папочка сгромоздил. А, ничего себе. Теперь мы можем эту часть сделать пролета. Что у нас специальных лестниц нет, так. По крайней мере, теперь. Ну. Да, какой. Ну, я не прикрутил его. Я не наступаю, просто я смотрю. Опа. Тогда это нам надо быть без детей здесь. Значит, они нас замамкают. Вот. Как мы здесь прятаться от них будем? Берюсь туда поставлю. Берюсь туда? Да. Да, все, мы здесь от вас теперь прятаться будем. Теперь, чтобы вам попасть, вам надо паспорт сказать. Ну, не похоже на паспорт. Ну, можете пройти, посмотреть. Окей, какой пароль? Проходи, папа разрешает проходить, посмотреть. Полина, можешь тоже. Только мне бутылку воды захвати, биты. Паспорт. Ну, она уже ушла. Пойдем, папа. Ой-ой-ой, маленький. Сейчас почти перевернулся. Ауа! Аккуратно. Все-таки ударился. Настя. А что, тут открытой нету? А что ты за друг привез? Открыто есть. Ну давай, ладно, не бегай уже. Можешь эту поставить, туда протолкнуть и можешь пройти туда. Да, ну в принципе можно по лестнице тоже пройти свободно. Можешь пройти, там же я проходил вот по бруску. Сколько дней сидишь?
Ну это уже слишком. Видишь, да? За два дня построили все. Еще один. Закроем. Не надо, не надо. Не стукни, только аккуратно. Там наверху. Видишь, там лампочки, там будете играться в машинки. Машинки. Да, там пол сделаем повыше. А потом папа начнет сам прыгать. Там не будет прыгать, там будет. Тут осталось. Можешь по балке пройти? Ой, тут Тимки. Сейчас спрятаются потки все. Вот теперь можешь так пройти. Вон посередине можешь прыгать. Видишь, я посередине хожу. Не выглядит на меня все это захер. Мне тоже что-то страшно. Я спрятался от меня. У меня плетки деревянные вещи. Ну ты. Хитрюга ты там.